данном видеообзоре мы рассмотрим монитор Philips модели 236V4 Lab. Размер дисплея составляет 23 дюйма. Тип матрицы TN плюс Film, время отклика которой составляет 5 миллисекунд. Яркость дисплея составляет 250 кандел на метр квадратный, а контрастность 1000 к 1. Максимальное разрешение монитора составляет 1920 на 1080, соотношение сторон которого 16 на 9. Данный монитор обладает LED-подсветкой. Угол обзора горизонтальный 170 градусов, а вертикальный 160 градусов. Максимальное количество цветов 16,7 миллионов. Размер пикселя составляет 0,265 мм. Потребляемая мощность составляет 29,9 Вт, а в спящем режиме 0,5 Вт. Интерфейсы подключения DVI и VGA. Также в данном мониторе есть опция крепления на стену VESA 100 на 100 мм. Вес монитора составляет чуть больше 3 кг. Также возможен наклон монитора вперед минус 5 градусов и назад на 20 градусов. В данном мониторе имеются встроенные динамики 2 по 2 Вт, а также аудиовыход. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.